26, 27, 28. Маш, а что это такое делаешь? Скоро Новый год, сколько дней осталось, я не знаю. Ты шо, простота, у нас есть ответ календарей. А, да! Привет, друзья! Сегодня вы на канале Тимбиты и Маша. И у нас обзор Адвент календарей, да! Они все разные. И мы взяли 4 разных производителя. Например, мы взяли Чехию, Украину, Нидерланды и Польшу. И посмотрим, какой производитель вкуснее сделал шоколадки в этих календарях. Да! Это еще не все. Досмотрите наше видео до конца и участвуйте конкурсе. Ведь мы разыграем 2 адвент-календаря, и они достанутся кому-то из вас. Да. Все календари такие разные, а чем они отличаются? Упаковкой. Правильно, Тимофей. Во-первых, упаковка. Каждый производитель делает ее очень красочной. Ну, например, здесь новогодняя тема. И кроме того, каждый производитель хочет заинтересовать своего покупателя. Смотрите, например, Чехия решила нарисовать вот такие вот интересные снеговички, пряничные человечки, которые можно вырезать и повесить на елку. А ну, например, чем нас Украина порадовала? Вот такой миньончик прикольненький, а сзади у нас тоже игрушки можно вырезать, только уже с миньонами. И вот такие герои смешные. А чем нас порадовали Нидерланды? Или кто это производитель? Ну да, это Нидерланды. Но сзади ничего нету. Наверное, они решили, что просто известные персонажи и так привлекут внимание деток. А у олененка что там сзади? А Польша решила научить детей рисовать снеговика. Вот по вот этим вот клеточкам можно самому нарисовать снеговичка, тем самым научиться. Так что упаковка тоже имеет значение. Какой невкус? Давай пробовать. Давай! Я думаю, что это самое главное, потому что дети, кроме упаковки, запоминают вкус шоколада. Давайте, наверное, будем вот по очереди пробовать наши шоколадки. Ищите, наверное, с какой цифры мы начнем? 1. С единички, конечно. 1. Вот. Вот единичка, давайте откроем. Только она одна. Так. И что у нас здесь? Это я буду пробовать. Давай посмотрим. Так, снегурочка. Похоже на монетку, да? Угу. А на монетке нарисован колокольчик. Дин-дин-дон, дин-дин-дон. Слышно со всех сторон. Пробуй, Маша. Вкусный. Какой, молочный шоколад? Молочный, да и нет. Ну что, Тимош, вкусно? Да, он молочный и не горький. Понравился этот шоколад? Да. Отлично, переходим к другому. Миньону. Миньончики, что же нам приготовила Украина? А посмотрите, здесь вообще закрыто окошко. Давайте его как-то открывать. Подождите, ребята, окошко есть, а шоколадки нет. Какому это? Вау, вот. Подождите, смотрите, как неинтересно. Ну, стойте. По-моему, эту упаковку полностью надо открыть. А ну, давайте открываем. Так, он еще не просто так, смотрите, оно не вытягивается. Подождите, здесь надо разрывать или что? Так, короче говоря, отечественный производитель нас не очень порадовал. Посмотрите, мы открываем коробку сзади. И вот так вот лежат наши шоколадки. А сам адвент-календарь перевернутый. То есть нам надо открыть календарь, перевернуть их так, как надо, и тогда открывать окошки. Ну да. Короче, детки сами не догадаются, только родители должны догадываться. Так, ну теперь можно доставать шоколадку наконец-то. Она завернута в упаковочку. Вот в такую упаковочку блестящую, да? Сейчас мы ее распакуем и посмотрим,
Есть ли там хоть какой-нибудь рисуночек или это просто шоколадка? Это просто кусочек вот такого сладкого шоколада. Давай пробуй, Маша. Молочный. Молочный? Ну а что вкуснее, тот, который ты ела вот этот. Из этой коробочки или из этой, Тим? Этот. Как тебе? Ой, как вкус, чуть-чуть, как грецкий орех. А, так может здесь ореховый, здесь он какой-то орешек нарисован. Ну дай мне кусочек. Ребята, он, да, он не чисто молочный, там какая-то примесь, видать, есть. И он не так тает во рту, например, как вот этот чешский, шоколадка такая чешская. Но вкус тоже такой неплохой, да? Да. Пока выигрывает Чехия, да? Вот этот выигрывает. А тебе этот больше понравился? И мне. Я уже раз пробовала. Так, Нидерланды. Чем нас порадуют Нидерланды? Где у нас единичка? Там. Угу, вот она. И здесь тоже квадратик. Интересно, в этом квадратике что-то нарисовано? Есть носочек. Носочек. Класс. Я попробую. А ну теперь Маша пробует. Ну, Тим, какой теперь шоколад выигрывает по вкусу? Что, нидерландский? Тим, Тима не может распробовать. Уже миньоны лучше? Ничего себе! Так может это как по ступенькам? Сначала этот лучше, потом этот лучше. Ну пока этот не лучше. Этот лучше станет после того, как мы оленя попробуем, да? Ну давай оленя пробовать. У нас на очереди Польша с вот таким веселым оленем. Давай открываем. Так. Что у нас здесь? Слушай, смотрите, лучше. Здесь вообще пластмассовая вот эта штучка. Конек. И... конек. Конек-горбунек. Нет, это коньки зимние. Пробуем. Ну? Вкусный. Вкуснее, чем что? Чем все. Чем все? Я бы не сказала, что вкуснее, чем всем. Здесь в польском шоколаде немножко горечи. Значит, там, наверное, смесь идет и какой-то, наверное, черный шоколад, какая-то примесь. Так что выигрываю этот? Тиме больше миньон понравился. Ну и мне этот. Наш украинский миньон, ну вы даете. Ну что, давайте откроем еще по одному окошку. Да. Давайте, как мы открывали. Начинаем с Чехии. Где двоечка? Надо искать. Где у нас двоечка? Вот у нас двоечка. Да, вот. Давай, открывай. Так, давай открываем двоечку. И что у нас здесь? Давай смотреть. Цветочек. Или это снежинка? Это снежинка. Здесь вот прорисованы вот такие вот палочки, как у снежиночки. Давай. Так, а что у нас в троечке? Посмотрим, да? Как вы думаете, если у нас уже был, что здесь у нас был? Колокольчик, снежинка, то здесь у нас... Рыбка! Рыбка! Это, наверное, к новогоднему столу, да, рыбка? Да. Прикольная такая. Золотая рыбка. Загадывайте желание золотой рыбки. Я хочу конфеты. Тебе мало здесь конфет? Тима, ты что хочешь? Я хочу много снега. Это хорошее желание, потому что, ребята, у нас Новый год на носу, у нас до сих пор солнце светит и плюс 12 на улице, да? Так, ну в миньонах, я так понимаю, они все одинаковые. Сейчас будут. А ну давай. Ну, мало ли что, может произойдет чудо, но мне кажется, здесь просто плиточки шоколадки. Да. Да, они все одинаковые. Так, хорошо. А что у нас в дракончике в двойке? Где у нас двойка? Смотреть. Так, смотрим. Смотрите, ребята, кто нам попался. Дед Мороз? Дед Мороз, Санта-Клаус! Хо-хо-хо, я вам принес подарки! Теперь, так, теперь мы распаковываем двоечку
в польском олене, да? Кстати, а давайте спросим у наших друзей, кто знает историю адвент-календаря, напишите в комментариях, откуда он появился, этот адвент-календарь. Так, сейчас мы распаковываем двоечку, Тима. И что у нас? Что это? Ангелочек. Ангелочек трубит. Да, посмотрите какой. С крылышками, как у стрекозы. Да? Классный, да? Так, ну что, вот я вам хочу сказать, не знаю, как вам, но вот этот вот польский шоколад, он немножко горчит, так как там, скорее всего, есть какой-то немножко-немножко черного шоколада. Больше всего мне понравился вот этот, удивительно, наш украинский производитель Миньон, да. И вот чешский шоколад, он такой вот мягкий, как какао, как будто, да? Такое впечатление, что пьешь как какао какое-то, правда? Очень мягкий. Ну что, еще по одной ячейке распаковываем? Да. Это мы двойки распаковывали, теперь троечки, да? Так, хорошо. Где у нас троечка здесь? А, здесь мы тройку уже распаковали. Ну, давайте четверку здесь распаковывать. Так. Где у нас четыре? Быстренько смотрим. Я видела, где. Вот, четверочка. Давай, распаковывай, Машоль. Так, что там четверочки? И что у нас там в четверочке, Маш? Доставайте. Снежинка. Еще одна снежинка. Да, вот такая вот прикольненькая. Кстати, вот эти вот планшеточки, когда вы скушаете весь шоколад, не выбрасывайте эти планшеточки. Видите, вот здесь вот отпечатки от шоколадок. И можно эти планшетки использовать как для лепки Play-Doh, например. Да, вот такие вот какие-то монетки делать. Для печенек. Ну, для печенек нет, потому что печеньки все-таки пекти надо. А вот играть с Play-Doh самое то. Так, ну, миньона мы не распаковываем. Мы знаем, что там просто шоколадки. А, дракончик. Дракончик, у нас троечка должна в дракончике быть. Вот я уже ее нашла. Давайте смотреть. В дракончике квадратные. Смотрите, это же этот вот печенька, печенюшный человечек, да? Только, пряничный человечек. Только это не пряничный, а шоколадный. Ну да, это шоколадный человечек, но тем не менее он вкусненький, да, Тима? Так, и здесь мы троечку распаковываем, да? Где у нас тройка? Кто видит? Я уже вижу, да. Мы вместе с Машей нашли троечку. И смотрим. Звездочка. Рождественская звезда. Класс. Все рисуночки тематические, да? Вот кроме рыбки у нас все рисунки попались тематические. Хотя, может быть, когда выпускали календарь, то был год рыбы какой-нибудь. Не, года рыбы не бывает, да? Вкусненько? А ну. Вкусно, Маш? Классненько. Ну что ж, мы вам показали, чем отличаются адвент-календари. Они отличаются упаковкой, они отличаются вкусом и наполнением. А теперь... Конкурс! А теперь конкурс. Мы разыграем два адвент-календаря. Для этого вам надо подписаться на канал, нажать лайк, поставить колокольчик и написать в комментариях, что вы участвуете. А розыгрыш будет 7 января на Рождество. Участвуйте и выигрывайте. Да. Ставь лайк и подписывайтесь на канал Тим Витыч. И Маша. Пока-пока. Пока, друзья.